Сейчас я думаю лишь об одном – о вкусе. Это и будет суп. Гарантирую, ты будешь в восторге. Теперь нужна лишь внимательность, страсть. Тут много трав и много сливочного масла. И опыт. Я слушаю, как шкварчит масло. По-твоему, я убиваю вкус? Готовка убивает вкус. Придется их разрезать. Что? На молекулярном уровне. Ты уничтожил ее. Эту гадость невозможно есть. Гадость?